Одним ранним утром маленький цыпленок едва проснулся, и вдруг он увидел, что у него беспорядок на ферме. Пора приниматься за дело! Он сел на свой трактор и побежал ловить яйца, которые вот-вот от него убегут. Вот такое вот у нас сегодня приключение. Ребята, всем привет! Это новая игра, и в ней мы будем ловить вот такие вот яйца глазами. И маленький цыпленок на своей ферме должен устранить этот беспорядок, а мы ему поможем. Посмотрим, что вообще за игра, что тут делается. Ага, значит, нам нужно проезжать, все собирать, чтобы не кончился бензин. Ну, все понятно, вроде просто. И такое вот приключение. Мы добрались до финиша. Вот это победа! И теперь... мы еще рисунок нарисовали. Круто! Теперь нам нужно идти дальше, второй уровень. Будем проходить еще и уровни. Да, цып-цып. Кстати, ребята, а как мы этого цыпленка назовем? Цып-цып или как-нибудь по-другому? Напишите в комментариях, как назовем цыпленка. Потому что мне не терпится уже его как-нибудь назвать. Ой, мы пропустили одно яйцо и дальше не можем пройти. А, коров нужно объезжать. Оу, цып-цып, ты чего? Коров-то объезжать нужно. И цветочки, кажется, тоже. Как это весело, вау. Ничего себе. Поехали. Корову нужно подождать, пока она пройдет. Иначе мы ее собьем. Можно ехать. Тут еще какие-то другие есть яйца, которые мы тоже собираем. Так, не забываем про них. Финиш. Второй уровень пройден. Это круто, это классно, это прикольно. Что это такое? А, какая-то, в общем, нам награда была дана. Класс, обожаю награды. И у нас уже третий уровень с нашим цып-цыпом. Посмотрим, что здесь будет. Ух ты, мы еще новые разные машинки можем выбирать. А как их открыть? Хочу вот эту, какая-то крутая. Вау, да тут целый клад машинок. Ну ладно, попытаемся пройти еще уровень, может откроем какой-нибудь из них. Там подарочек. А что за подарок? Ай! Нам некогда смотреть подарки, нам нужно яйца собирать. Быстрее проходить все эти уровни. Так. Объезжаем корову. Не надо спешить. Ребята, не всегда нужно спешить. Иногда нужно просто не спешить. Так, главное, чтобы у нас бензина хватило. А, ну поехали, цып-цып. Или как тебя там назовут подписчики канала Радуга Рога. Ты забыл, цып-цып. Цып-цып, возвращайся. Так. За сколько же яиц мы уже собрали? Наверное, можно уже точно омлет сделать. Ай! Ай-яй-яй! Куда это он? Почему он врезается? Цып-цып! Так, и что теперь? А, у нас закончился бензин. Но мы можем повзаимствовать его на соседней ферме и поехать дальше. Прошли. Финиш! Я вижу финиш! Ура! Финишная прямая была пересечена. Итак, мы это сделали. Та-дам! Это что это мы такое делали? А, овечку нарисовали. Вот, да-да-да-да-да, это весело. Такой след оставили, нарисовали целую овечку. Ну, понятно. А что там дальше? Спросите вы, а я скажу. Четвертый уровень у нас. И что, ни один транспорт у нас не открылся? Будем ездить, в общем, мы на тракторе. Нельзя ничего пропускать. Собираем. Главное, чтобы корова не проснулась и не пошла на самый неподходящий момент. Юх. Так. Как он смешно ездит.
спешить, но и не медлить. Вау, сколько здесь коров, ни одну бы нам не сбить. Обратно теперь. Смешно придумано. А где финиш? Кажется, я вижу финиш. А нет, это не финиш. Это что-то другое. Так, ну здесь легко, здесь просто. Поехали. Поехали. Финиш. Вот он. Ура, ура, ура. Наш цыпленок так радуется. Я тоже вместе с ним немножко радуюсь. Та-дам! Что мы нарисовали? Зайку. Мы нарисовали зайку. И можем идти дальше. Смотреть, что там за уровень. Пятый. Вот это будет интересно. Что за пятый уровень? Ух ты. Собираем награды. И. О, смотрите, какая шапочка есть. Давайте оденем какую-нибудь шляпку. Прикольно. Соломенная шляпа. Почему бы нам ее не одеть? Да, оденем ее нашему цыпу. Прикольно. Все, все, мы готовы. А что тут у нас еще? Почему ничего не упирается? Почему оно все горит серым? Хочу какой-нибудь. Ну вообще тут классные все виды транспорта. Мне они уже нравятся. Я бы какой-нибудь попробовала. Надеюсь, мы дальше откроем. Ребята, если хотите, чтобы мы открыли и снимали продолжение, пишите в комментариях продолжение, потому что, по-моему, игра прикольная. О, тут что-то интересное. А, мы будем ехать. Это что-то в виде гонок каких-то. О, да, это настоящие гонки. Ничего себе. Все, все, поехали. Я все поняла. Помчали. Так. Нам нужно объезжать. А кого объезжать? Сейчас увидим. Собирать яйца, конечно же, и объезжать всяких там коров, овец. Вот. Ничего себе. Нам нужно столько много набрать. Вау. Вот это да. Вот так управлять смешно. Вот так и хочет куда-нибудь врезаться. Ау-ау. Ай, пропустили. Ну ничего, надеюсь, наверстаем. Как это забавно. Поехали, поехали. Оу. Собирай. Вверх, вниз. Оу. Ну прикольно, прикольно, ребята. Ауч. Врезались, мы врезались. А теперь дальше поехали. Где же там финиш? Так, коров объезжаем. Яйца собираем. Врезались опять. Он какой-то неуправляемый. Вау, мы доехали до финишной прямой. Поздравьте нашего цып-цыпа. Цыпленок, у тебя две звезды. И мы можем продолжать дальше наш путь. Вот такое вот веселое приключение получается. Шестой, шестой у нас уже уровень. Да, а что там? Фиолетовый трактор, который поможет нам все это пройти. Так, какие у них смешные шапочки. Как будто перчатку надели им просто, и все. Корову обижаем. Есть! Так, 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 так. Обижаем корову, как ее объехать? Уф, получилось. Теперь овец. Вау, да кажется, мы научились в нее играть. Все, теперь мы профи вместе с цып-цыпом. Цып-цып, не зависай. Ай, ай, пропустили. Одного пропустили, вернулись. Хорошо, хорошо, идем. Какая-то длинная трасса. Врубились, врезались. Не можем вырулить. Так, это что? Что тикает? Время? У нас закончилось время. И бензин еще.
воспользуемся. Давай, цып-цып, не победи. Мы в тебя верим, мы надеемся, что все получится. Сейчас игра загрузится, и мы продолжим. Кажется, все заново придется делать. Так, но мы-то уже знаем, что нельзя делать, что можно, что нужно. Так, корова, посторонись. Цып-цып едет на своей ферме. Надеюсь, наши приключения будут самыми веселыми. Вместе с Цыпом. Поехали. Вперед и только вперед. Мне нравится его фиолетовый трактор. Он очень яркий. А еще шапочки у этих. Так, тут нужно быть внимательными. Нам все время кто-то мешает. Вау, получилось! Даже не врезались ни разу. Овца, уйди, пожалуйста. Ну, мешаешь. Ага. Еще немного, еще чуть-чуть. Вау, это что, тикает время? Нет, нет, пожалуйста. Финиш! Есть! Мы сделали это! Три звезды. Вау! Как же здорово! Мы нарисовали. Что это? Что это такое? Олень? А-а-а! Это вилла и лопата! Вот что это! Так, у нас опять тут гонки, смотрите. Веселье. На этот раз мы как-то быстрее и активнее едем. Главное собирать все эти шапочки с яйцами. Ех, хорошо идем, по-моему. Быстро. Чуть не сбили одну корову. Так, трактор очень быстро едет, кстати. Для трактора-то. Вау. Главное не врезаться. Ну, по-моему, у них уже неплохо получается. Ай-яй-яй! Ты что? Цып-цып сбил корову. Рули аккуратней! Кто тебя учил водить? Ай-ай-ай, не вписались в поворот. Ничего, 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 ничего. Едем дальше. Чуть не врезались, но вырулили. А, я вижу финиш. Ура! Мы опять на финише, а это значит, что мы перейдем на следующий уровень. Вау! Где там наш следующий уровень? Очень-очень интересно, что у нас дальше получится. Седьмой же уровень, а мы еще ничего не открыли. Как так? Как это может быть? Кажется, мы там что-то пропустили, поэтому ничего не открыли. Нужно будет вернуться, да, ребята? А мне так интересно, что там дальше на седьмом, восьмом уровне, что... Не знаю. О, школьный автобус. Самолетик. Прикольно. Вау. Классно. В общем, думаю, будет интересно еще вернуться сюда, поиграть в нее. В общем, пишите, если хотите продолжение. Не знаю, снимать еще или нет, но мне игра нравится. Ребята, вы тоже попробуйте в нее поиграть и скажите, нравится ли вам. Так, 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 так. Как тут проезжают вообще? Вау! Приключение, что нужно. Да! Классно, классно. Есть! Яйца собираем очень-очень, причем быстро. Ни одна не пропускаем. Но иногда не нужно спешить, потому что здесь, смотрите, появляются всякие препятствия и кончается время. Нет! Поспеши! И врезались. Ну вот, иногда спешить, конечно, нельзя. Но мы попробуем продолжить. Как тут продолжить? Ага. Это что, все равно все заново? Все равно все заново пришлось проходить. Ну вот, надеюсь, на этот раз у нас получится пройти этот уровень. Ай-ай-ай-ай, мы, кажется, корову сфили. Вау, вот так вот. Ну, не спешить нельзя, спешить тоже не получается. И приходится ездить тут. Ай, пропустили. Забрали дальше, дальше, дальше. Ну-ну-ну-ну-ну, ты чего?
такое могло произойти? Ай-яй-яй-яй-яй! Ну, мы, кажется, продвинулись дальше, но все равно мы не прошли. Попробуем еще разок. Может, теперь получится? Так, где там финиш? Где там финиш? Овцу сбили. Так, очень сильно спешим. Финиш! Есть! У нас все-таки получилось. Фу. Хорошо, дошли до финиша. По-моему, неплохо. Что нарисовали? Домик! Целый дом вырисовали. Молодцы. Так, идем дальше. Ребята, меня радует, что мы уже на каком? 8 уровне. Да, это хорошие новости. Что-то здесь будем рисовать. Цып-цып, ты готов? Я готова. Все, полностью готова. Помчали. Что у нас тут? Уровень прогружается. А мы с вами в ожидании, чего же мы тут будем делать. Собираем. Одновременно, ну как же так? Объезжаем коров, которые пасутся в неподходящем месте. Так, объезжаем. Ай, это была авария. Еще одна. Ну что же тут творится такое? Мы, конечно, разучились играть. Цыпленок! Не знаю, пройдем мы, не пройдем, но, конечно, пытаться все равно стоит. Воу, сколько тут много яиц. Корова. Надеюсь, мы ее не собьем. Аккуратненько, максимально аккуратненько. Что? Ой, нет, мы врезались, и нам придется зачать, кажется, заново. Хорошо, начнем заново. Теперь-то мы уже знаем этот уровень, и надеюсь, нам будет легче его пройти. Так, здорово, мне нравится новые игры играть. Ребята, надеюсь, вам тоже понравится играть в новую игру и смотреть ее на канале Машины Машинки. Так, мы проходим, мы идем, мы едем. То есть мы даже едем. Ну что это, овца опять на дороге нам стала? Не спешим. Нам нужен бензин. Так, объезжаем. Хорошо, по-моему, неплохо. Надеюсь, мы пройдем. Ой, как хочется пройти. Что случилось? Мы продолжаем, конечно же. Поехали. Зеленый свет нам горит. Плюх. Здорово. Так, нужно ждать, пока теперь эта овца уйдет. Чтобы ее не сбить. Ауч! И тут как-то перед самым носом дверь закрыли. Финиш! Что? Все равно промчались. Вау! Это была сложная финишная прямая, но мы ее прошли. По-моему, все равно неплохо. Это кто? Что это было? Что мы нарисовали? Я не поняла. Какой-то странный предмет. У нас следующий уровень. 9-й! Вау! Мне нравится, как мы идем. Неплохо, по-моему. Попробуем и его пройти. Давай, цыпленок, покажи, на что ты способен. Развей самую большую скорость. Помчали. Так, как их объехать? Ну, все равно задели. Хорошо? Ждем. Едем. Аккуратненько, молодцы. Все получается. Ай-яй-яй. Кто-то тут у нас на дороге мешает нам. Откройте дверь, откройте. Скорпеи. Фу. Где там финиш? Ай, одного пропустили. Так быстро ехали, что одного пропустили. Ну, тут легко. Тут нужно стоять. Пропустите нас. Уезжаем овечек. Что? Ау, время. Ребята, надеюсь, вам понравилась эта